Работникам завода автономных источников тока выплатили заработную плату за май. О погашении задолженности перед сотрудниками предприятия на пресс-конференции рассказал руководитель областной инспекции труда Алексей Санников. Напомню, скандал на саратовском заводе прогремел на прошлой неделе, когда 45 сотрудников написали заявление о прекращении работы. Начиная с апреля, людям практически не выплачивалась заработная плата. Полностью погасить долги руководства завода обещает к 1 октября. Следить за решением проблемы пообещали также представители партии «Единая Россия». Мы будем отслеживать проблемы по данному предприятию, да, где нужно будем тоже оказывать помощь, если она им от нас потребуется. Конечно, будем мониторить ситуацию, потому что данные проблемы данного предприятия, они могут возникнуть на любом из наших предприятий Саратовской области.